вытрепываетесь, стоите, по-русски говоря, мата. Ваша политика, жить хочется народу, не доводите до революции. Точно, возьмем автоматы и поставим. На оборонке, оборонку, на вытянутую руку. Ваши жопы сохранять. Какая вам разница, где работаю? На Сеплибурмаше. За 15, за 5, за 7 тысяч. В морозе, в холоде. А ты в кабинете сидишь, по столу стучишь и зарплату дать не можешь народу. Ну а как больше говорить-то? Уже как нельзя. Так не доводите до этого. Я сидела дома, никого не трогала. Пришли, платите. С чего? Деньги не печатают. Станок печатный мне не дали. Я правду говорю. Это не ругань. Это правда в глаза. Это правда. Вы сыты, голодного не поймет. Вам не хватает на новую машину, а мне не хватает сыну трусы купить. Разница. Это эмоции. Это не ругань. Это эмоции. Это правда в глаза. Нормальная, настоящая. Я его еще не подстрелила в тихушку. И не собираюсь этого, а правду в глаза сказала. Ой, не надо. Это а то что вы состояние, думаете? До которого довели. Ну а как я правду говорю, не доводите до греха. Вот Богу молите, за заху держите, чтобы не отвалил. Не надо, правду не в глаза стыдно слушать. Я не хожу. Не, ну а как ты не заматеришься-то? Ну так, а как можно? Маленький, грудной. Если 4 года, то все на 3 года сказал. 3 года, 4 года. 3 года, каждый божий день. Инвалиды, вот как ребенка мыть, инвалида? Ты-то мытый, умытый, наелся, мясо жевал. А я кашу. А я работаю. А ты в кабинете сидишь. Где твоя работа? Где у меня горячая вода? Где горячая вода? Сидишь на место, чужой занимаешь. Чужое занимаете место. Не свое. Деньгами купили и все. А понимать в этой политике вы ничего не понимаете. А чем заниматься? Чем где работа твоя? Я не вижу твоей исполненной работы. Полгорода тоже так же за горячую воду не платят. Это 100%. Почему там не отключают тогда? Почему у нас только отключают? Почему у нас только отключают воду? Это я написала лично. Вот только подписи подписать, вот только бумажки, бюрократия. В советское время такой бюрократии и дебилизма не было. А они себе взяли на новый мир. Коммунисты, бывшие. Фашистские подстилки. Ты там руками не маши, а то оторву.